Это заявление Михаил Игнатьев сделал на координационном совещании по обеспечению правопорядка в Чувашии. Участники совещания рассмотрели вопросы повышения эффективности взаимодействия всех органов власти в сфере противодействия экстремизму, сепаратизму и ксенофобии, а также пресечения возможных конфликтов на межнациональной и межконфессиональной почве. Сейчас значительная часть преступлений экстремистской направленности связана с пропагандой в сети интернет национального, религиозного и расового превосходства. Чтобы выявить такие преступления, ежедневно ведется мониторинг интернета, СМИ, интернет-изданий и блогов. Управление Роскомнадзора в дальнейшем выносит постановление о прекращении деятельности изданий, которые наносят вред. По словам прокурора республики Владимира Метелина, ситуация достаточно стабильная, и всплесков активности экстремистов не выявлено. В последние годы в республике не отмечалось серьезных конфликтов, в том числе на этнической и религиозной почве, коренного населения республики с лицами, прибывающими из стран бывшего СССР и Северо-Кавказского региона. Однако в республике все же действуют экстремистские организации. По данным МВД, на сегодня в Чувашии 8 группировок, в них участвуют 30 человек. В исправительных учреждениях отбывают уголовное наказание 6 террористов и 30 осужденных из Северо-Кавказского региона. Данные лица находятся под постоянным контролем. Попыток проповедования указанным лицам экстремистских идей среди осужденных не допущено. Большое значение для мира и спокойствия в регионе приобретает профилактика экстремизма и ксенофобии. В средствах массовой информации Чувашии есть программы и публикации о дружбе между народами. В 2014 и 2016 годах планируется создание и размещение в СМИ социальной рекламы и информационных материалов на отдельные виды правонарушений и отдельные виды преступлений. Хотя, отметил глава, в Чувашии есть издания, материалы которых признаны судом экстремистскими. Их работу тоже нужно анализировать и предпринимать ответные действия. Татьяна Молокова, Игорь Поручиков, Николай Яковлев, Республика.